Добрый день. Вот хотим вам показать магазин Оверан в Салое. Это относительно один из самых дешевых магазинов при удачном везде расположении. Но вот одно могу сказать точно, что пиво здесь самое дешевое. Сейчас мы покажем относительно цены, какие фрукты в нем можно купить. Ола! Ола! Привет! Вот эти фрукты, мои любимые. Мишмула, обожаю ее. 3,99. Но это дороговато, потому что можно купить с рук, с продуктовых этих, за 3. Дешевле нет. Но мы в основном травим ее просто бесплатно с деревьев. Киви, бананы. Бананы, конечно, дорого. Арбуз 1,95. Бананы дорого. Чипсы 1,30 евро. Вот эти вот очень вкусные всякие. Мы вот берем за 1 евро. Это и кальмары, тут есть и мидии такие же. Ну, считаю, евро 10, это рублей 80. Обалденные. Вот, вот такие, но это очень дорогие тут. Но тут сразу же с оливками. Это с акцией, да, идет 5 евро. 5 евро. Вот в этом магазине мы все время, если вот это вот брать, то... Здесь оливки в разных интерпретациях. Маленькие, большие, огурчики. Вот это один из самых дешевых магазинов. По 1 евро, что это есть? Сухарики? Сухарики 1 евро, есть хамон по 1 евро. Тут печеники евро 49, евро 15, евро 55. Минералка 99 центов, 65 центов, 62 цента, 59 центов, 20 центов. Мне нравятся такие вот вина. Сколько стоит? Такие бочоночки. Ну, это 6 евро. Ну, в основном вот 6 евро вот эти вот бочоночки 14 градусов. Тут белое вино, красное вино. Вот это стоит. Вот вино. 0,8. В другом магазине подешевле. В другом он также вот стоит, как вот этот. 0,85. 1 литр. Вино. Ну, красное вино. Не, вот это у них самое, как это называется, их сангрия. Сангрия? Да. 1,25. Вот 12 градусов. Красное вино, всего 0,85. Это литр получается, ой, сколько же, рублей 50, 60. Не знаю. 60 рублей литр. Ну, это уже такие вина, которые более коллекционные. Точнее, не коллекционные, коллекционные. Более престижно. Стеклянный тарелок, в общем. Слушай, 2,70 этот ящик стоит пиво или нет? Подожди. Что? 2,70. 2,70 стоит пиво. 6 штук здесь. 6 штук. Это. А вон руку. Ой, 1,95. Упаковка. А, 0 градусов, да? Безалкогольная. Наша тема будет. Мы все время берем 0,42 маленький. Вот. Обратите внимание. Вот пиво. Цена 39,05. 4,5 алкоголя. Пиво великолепного вкуса.
мы все время берем его. Вот и в том году была такая же цена, хоть и желтый ценник, типа распродажи. Но вот все время берем его. Я их сразу же возьму. А где сыр, подожди здесь? Сыр там. Вот эти аромы. Ну, тут, конечно, подороже они. Ну, тут вот более такое, что простенькое взять. Есть вот, допустим, вот пиво тоже, 0,85. Это безалкогольное? Нет, это алкогольное. Ну, это, ну, это уже дороговато, но вот мы берем вот такое вот. Маленькое вот это хорошее пиво, очень хорошее, 35 центов стоит. Короче, по пиву тут рай. Ну, вот это самое оптимальное по вкусу и по всему. Но эти уже Карлсберг, он, конечно, подороже все время идет, и это считается у них. И тут он очень такой, по-моему, слабый. А нет, 5 градусов. Для нас все слабо. 1,99, 1,79. Такие большие бутылки. Начинается хамон, нарезочка. Вот, допустим, 1 евро, сколько, 50 грамм, 1 евро, 75 грамм нарезочки хамона. Великолепные, очень вкусные. Под пиво это вообще... Есть, конечно, дорогие, но это большие, это полкило за 9. Есть вот такие вот, продаются. 11, 550 грамм. Ну, сам говорю, по одному евро. Вот сейчас я как раз возьму его. Вот он. От пива. Вот этот ты брал. Ну, давайте, вот этот, да. Давайте. Возьму вот этот. Я разрешаю. А где сыры-то? Сыры. Дальше. Цыпленок. Килограмм сколько? Да нет, наверное, это упаковка. Килограмм. Да. Вернулись к любимому Маздаму. 350 грамм, 3 евро. Любимый Маздам. Вот это интересно, что это за срок, какие-то маленькие, да? Ну, любимый Маздам это хочется удовольствием. Ну, всякие нарезки, всякие твердые сыры, всякие. Вот 1 евро, 80 грамм. Вот этот твердый сыр, то, что мы тоже набрали. Ну да. Все по евро. И, между прочим, все равно вот отношения очень хорошие. Вот это вот твердый еще сыр. Мы угрызли как этот. По 2 евро. Здесь по 2 там. Ну, тут уже относительно дешевый цены, но не самый дорогой. Тут самый дешевый пиво в этом году. Сейчас, все, подходим к кассе.